Как она? Ну вот так. Как-то. Нет, дорогая, я не наверное. Кому первый звонок идет? Алло, алло. Все, выиграл я. Да, все, победил. Спасибо. Да, да, да. Все, давай. Хорошо. Кому сделали звонок? Ну, человеку, который меня верил больше всех, наверное. Это может быть друг, жена, отец? Нет, это друг. Это друг. Один из друзей, то есть самых близких. Дольщик? Нет, не дольщик. Ну, как бы, скажем так, верил в меня. Он меня убеждал туда поехать. То есть, ну, ты играешь хорошо, едь. Ну, приехал. Вы не планировали принимать участие в РПТ? Меня как бы давно говорили об этой серии, но впервые я участвовал, впервые пробую, впервые победил, как говорится. Вы пробились через сателлит или нет, просто играл, сами приехали? Первый день играл именно за вход. Я через сателлиты не играю, потому что это слишком долгая дистанция, чтобы везло. Пишите свои эмоции в 13 словах. 13 словах. А что бы вы чувствовали, если бы вы выиграли, ну, скажем так, 100 тысяч долларов, грубо говоря? Для вас это ощутимое? Да, ощутимое, конечно. И куда это пойдет? Банкроу, новая машина или просто вы даже не думали об этом? Честно. Ну, как минимум поеду отдохну, наверное, для начала. Ну, все-таки одобренно. Вы думали с женой? Жены нет. И еще. Пока, наверное. Хотя сегодня, наверное, что-то в этом поменяется. А в какой момент вы поняли, что все, это победа, это моя победа? В хедзапе уже точно. Я этого человека могу переиграть. Так и получилось. А когда проиграли с король 8 против троек? Не расстроился вообще. То есть... Это дистанция, ну как. Должно складываться. Мы вас все поздравляем. Спасибо, и очень рады. Спасибо.